как жительница Акуловки, того места, где появился на свет Николай Николаевич Метлуха-Маклай, я, конечно, не могу не гордиться таким удивительным, легендарным земляком. И мне еще, наверное, очень повезло в жизни, потому что я работаю в музее, который посвящен памяти Николая Николаевича. И могу сказать, что благодаря Николаю Николаевичу, вот этой работе моей в музее, я узнала столько нового, интересного для себя. Спасибо Николаю Николаевичу за это.